Братишка. Не брат. Ты как? Готов? Хорошо. Ну что, руководство команды выразило доверие тренеру. Как да. Ты думаешь? Стараюсь оправдать. Да это понятно. Мы в тройку-то зайдем, как тебе кажется? Ты что несешь? Вроде начали исправлять положение в турнирной таблице. Будет тяжело сегодня, я чувствую. Да? Вратарь у нас не очень, да, сегодня стоит. Ну, Глеб лучше в целом, да, был? Глеб вообще топ. И подогревать атмосферу на скамейке некому. Да, сорец. Ты-то в целом был топ в этом плане. Ну, ходит где-то, ходит где-то. Ну что, Володя, верим? Верим! 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 Даем да, шанс. Давай к пару слов. Вроде начали выправлять, да, положение в турнирной таблице. Как тебе кажется, в тройку залезем? Слушай, ну появилась некая надежда. Да ладно! Сейчас я скажу. Да? Я уже табличку стал смотреть, типа, что там по очкам. Что? Вот. Ну сегодня такой решающий матч в этом плане, да? Потому что на одно очко мы отстаем. Есть, если мы сегодня побеждаем... Проиграли, к сожалению. Типа, мы вообще очень близко к тройке даже. Если Кубань там проиграет. Там 3 очка до тройки. Шансы есть, мне кажется. Он так классно шутит! Тем более люди стали потихоньку подтягиваться. То есть составчик вообще боевой. Да? Ну, Володя, верим? Ну, конечно, верим. Что можно сказать? Слушай, я просто команду не знаю соперника, честно говоря. Ну, Витория в порядке, они молодцы. Да. Как ты думаешь? Ну, смотри, они молодые, они со школы, и они играют в мелкий пас, короткий. Ну, нам неудобно с такими командами играть, честно говоря. Типа Баумана, да? Ну, понимаете? Я думаю, чуть-чуть послабее, но, наверное, да. Везвые такие ребята. Но не такие грубые, не такие грубые. Какой это результат, по-твоему, будет? Ну, я думаю, будет очень плотная борьба, честно говоря. Может, 3-2 нашу все-таки. Да, все-таки нашу. Да-да, может, будем проигрывать, как всегда, и в конце 2 закинем, короче. 3-2. Давай, Артак, пару слов. Матч ожидает быть интересным. Да? Мы выложимся на максимум. Все отлично, ребята тоже настроены уже. Васи нету. Артак, выходишь сейчас в нападение вместе со Стасом. Васи нет. Нет. Центр Сережа. Всем привет. Андрюш. А, нет, Артак, выходишь направо. Андрей, ты в центре с Бойко. Ты в центре полузащиты. Ты в нападении со Стасом. Все остальные. Нахер домой. Все, давай. Прорвемся. Какие ожидания от матча? Забьем много голов. Да? Ты? Забить, да, конечно. Надо забивать важных матчей. Сильных команд против слабых можно. Понял. Макс, это главный фотограф лиги. Скажи, пожалуйста, пару слов о музыкантах Москвы. Что-нибудь. Ну, не могу сказать, что они прям хорошо играют. Когда с вами разговаривать, чуть-чуть лицо попроще делать. Тоже хорошо? Не очень хорошо, да? Но это до этого момента. Могли бы сильнее. Да? Ну, чего не хватает, может, скажешь тогда? Борьбы, слушай, да? Слушай, слаженность есть, определенно. Безусловно. Какая-то тактика тоже имеется. Мяч в центральному защите, и тот засаживает вперед. Не хватает голов, мне кажется, побольше. Угу. Или каких-то пробежных таких игроков, которые забивали бы. Ну, ты знаешь хоть одного игрока в нашей команде? Просто поразительно. Я просто вижу, как играют чуваки. Угу. Вот. Все, понял. Но... Я думаю, все. Спасибо. Шорт нет ни у кого, пацаны. Вась, выходи так, нормально был. Нет шорт. Один спокойно. Все, вариантики, пацаны, сделайте. Не стоим. Вась, если заменяешься, мне шорты даешь, Вась. Меняемся шортами. Ой-ой-ой. Кстати, так как да нормально баб, так. Как Мбаппе. Васян, какие ожидания от игры? Ожидания, что мы выиграем 3-0. 3-0? Да. И ты сколько забьешь? 2. Уже не больше. А тогда 4-0. Один-один, Васян. Уже 4-0 не будет. Да ладно! Молодцы, ребят, молодцы! Не надо уступать! Защитники! Андрюха, останься выше, Андрюха.
Здорово, Костя, умница! Давай, 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 ребят! Все, набегался, получается. Набегался, сдох? Ты видел, прессинговал? Да, молодец, Костя, ты вообще не отпускал своего... Футболистам я отношусь как к детям. Мать! Не, ну получше всему. Ты в первую как ты играешь? Ты с ума сошел? Я их люблю. Так, ошибки детские. Да? У тебя или у всех? Да не, я безупречен. Вообще наш стиль такой, типа, подбиваться, потом закинуть парочку. Ну, хорошие, да, ребята, согласись? Эти? Катают, нет? Ну, они что-то на индивидуальных скиллах, понял? Под себя там убирают, куда-то прокидывают. Не всегда успевают пацаны засидеть. Да, но команда вроде тоже неплохо, нет? В общем, я считаю, что мы, конечно, должны забивать это. Ну, команда, конечно, пряничная. Мы? А, нет. А еще Зимин забьет дубль. Вообще команда очень интересная. С ними интересно играть. Да, Володя согласен. Ну что мы играем? Ой, товарищ судья. Ну что за топ. Ну что, есть что сказать еще, нет? Да, судья вообще, когда стоит, ты бежишь, он на твоем пути встречается, ты теряешься слегка, типа, что делать. Он отходить вообще никогда не будет. Да, согласен. Здесь, когда пацаны вдвоем бежали с Виторией, он просто так потихонечку отбегал. Им пришлось его так отбегать, через пас, там, через стеночку. Есть такое. Ну, хозяин. Макс, ну давай пару слов, как игра говно, да, вообще? Не, нормально, смотри. Нормально? Кадры, ты только что мне за кадром... Смотри, хорошие кадры идут. Ну, хорошие, да. Вон, неплохие. Все плотненько, хорошо. То есть, да, видел, сделал несколько кадров хороших, и сразу игра неплохая, да? Да, да. Ты мне за кадром говорил то, что игра говно, и мы, типа, вообще играть не умеем. Я так и оцениваю, если кадр говно, игра говно. Ну да, согласен, как фотограф я тебя полностью поддерживаю. Ну вот, вот, я не... А вот судья, конечно, топовый. Тоже. Ну, товарищ судья, про музыкантов Москвы скажите что-нибудь, как команда неплохие? Какие? Музыканты Москвы есть такая. Есть музыканты в Москве. Не знаю, ребят, не интересуюсь. Да? Мы футбол прилично играем в целом. Да? Да. Возможно. Вот, пойдем. Сейчас будем слушать тренера. Старший, фланги надо. Ничего вообще не происходит. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Тихо. Сереж, давайте. Давайте так, ребят, первое, что убираем ошибки. Ошибки у нас касаются центральной сейчас центральной зоны защиты. Когда у вас мяч под ногой, запомните одну прописную вещь. Лучше по нему ударить вдвоем, чем не ударить по нему совсем. Вас сейчас именно из-за этого наказали. Махните оба. Пусть мячик улетит куда-нибудь, куда угодно, блин. Но, по крайней мере, вы не отдадите мяч. Это первое. Второе. Яш, что за передача? Ты два раза чуть не отрезал для этого игрока. Не вздумай такого делать. Если в оборону у нас получается, есть три человека, которые, блядь, атакуют. Гриш, очень высоко поднимаешься к ребятам, у тебя за спиной игрок. Либо тогда передавай его защитникам с голосом. Защитники, пожалуйста, ребят, тоже подсказывайте Грише, что вы с ним играете, чтобы он играл по своему игроку. И следующее, ребят, когда вы выходите, пожалуйста, через пас, положите мяч, не надо его долбить, блядь, без цели. Иногда проходит длинная передача на вас, он зацепился, предложите себя, помогите ему и не бойтесь бить. Все хорошо, только попадай в углы, удары правильно наносишь. Давайте, ребят. Очень плотно, на самом деле. Нет, справа выходит, так, ребят, справа выходит Костя, слева выходит Лёва. Дим, ты играл? Что по игре скажешь? Тяжко. Хорошие ребята? Идет, да? Нападение. Тяжко идет. У всей команды или у тебя? У всей команды, мне кажется. Что у всей команды? Тяжко идет. А по сопернику что скажешь? Соперник. Хорошие ребята. А-а-а. Никитос, что скажешь по игре? Я скажу, молодцы, но их надо сжать вот этих, как малолеток. Сжать и сжать. Боятся, бегают, боятся. Почему позляри? Умница, Сережа, умница! Нет ощущения, что немножко успокоились по сравнению с прошлой игрой? Однозначно успокоились. Да? Подустали, может, или что, в чем проблема? Не,
не подустали. Всегда после тяжелых эмоциональных матчей очень тяжело настраиваться на него. Когда ты вырываешь победу команды выиграющей, причем в хорошем очень стиле, как мы обыграли Юнис. Когда ты выходишь против команды, которая там чуть похуже, но тоже умеет играть в класс и умеет контролировать мяч, то, конечно же, иногда просто тупо эмоций не хватает. Угу. Вот сегодня, сейчас пока что не хватает, видно, что не хватает эмоций. Надеюсь, что сейчас надо добавить. Заведутся и покажут, на что способны. Да, немножко как будто ноги убирают уже. Нет? Я бы не сказал, что ноги убирают. Мне кажется, профессионал будет. Иди, что, зачем? Ой-ой-ой. Нет, ноги не убирают. Просто игра конкретно с этим соперником не предполагает жестких стыков. Они же, слава богу, не нужны, их нет. Лёшка. Чуть. Это головка. Да? Ну! Хороший удар, хороший удар. Головой? А? Да, с головой. Потащил это. Красавчик. Включись, Сань. Саша, я замену, можно? Артак, давай. Стас, выходи. Кто почувствовал, что устал, можно Артак, сделать. Артак, 3-1, проигрываем. В чем проблема? У меня нет. У тебя нет? Кроме матери. Ну ничего, запикаем, давай. Надо пару слов для Васи. Там все слова будут матери. Желаю неказисто мешать на фланге играть в жизни. Так да? Но меня не хватает, согласись. Чего? Чего? Я тебе говорю. Согласись, меня не хватает, да? Бегать, да. Я за тебя. Я уже... Они быстро, они просто лучше играют. Че сказать. Вот это что было. Давал пас один и второй пас давал. Да, сейчас посремся. Сегодня будет срач. Мишань, готов? Да? Мы посремся? Да не, мы между собой будем сраться. Тебе говорю, вот смотри, смотри, что говоришь. Что вы по этому поводу скажете? Это разборка питерская. Это чувачок, 77 номер. Помнишь, мы против команды Дюна играли? Он тоже играл за них. Не помнишь? В Аматеоре. По номерам проверить. Пробить. Василий, есть что сказать по игре, нет? Ну, надо возвращаться к пасу и дожимать немножко. Спокойнее что? Играть, блин. Это все, что я тебе могу сказать, Миш. Ну, поспокойнее, чуть-чуть действовать и не бросаться на них. Они ловят постоянно. Все мы на это ловимся. Но что поделать? Но шансы есть еще, как конечно, думаешь? Конечно, есть. Надо просто да? успокаивать игру и давить спокойно. Блин. Да? Просто спасибо. Успокоиться и все. Отлично. Ну, тоже скажи, да. Проебали уже. Вась, что такое, Вась? Не идет? Не идет. Где твои три гола? Три? А сколько осталось времени? 10 минут. 17 там было. Че? Это прошло? Еще 10 минут прошло. Были моменты, были моменты. Два момента, три момента у меня точно было. Со штрафного. Ну, и Артак еще не забил один, один, да? Артак. Как, ребята-то хорошие, да? Ребята в порядке. Блин, да. В порядке. Нормально, ребят, нормально. Просто спустил. Ну, бывает такое. Когда не идет, так не идет. Вратаря, возьми интервью. Да ладно уж. Не, бывает совсем. С Яшей бывает, ничего страшного. Ну, не какие? Не успел забить. Какие мысли? Забить ты сколько хотел? Минут бега, забить не успел. Сколько минут бегать? Не знаю. Ну, как там на поле, как ребята? Давай, 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 выдох. Соперники хорошие? Я предупреждал. Нормальные? Хорошие, хорошие. Да? Ну, все. Они быстрые. Да? Быстрые, ловкие. А мы какие? Они, смотрите, какую хуйню. А мы какие? Музыканты. 500 раз лучше. Да? Конечно. А что, проигрываем, то 4-5 не нужно. Разница, какой счет. Ой-ой-ой. Надо как играть в футбол. Ага, понял. По телефону болтает. Ну ничего. Тренер выкуп. Ой. Идиот. Сереж, Бойко! Давай, судья, можно?
Айда, давай, давай, давай в центр попробуем. Скажешь пару слов по игре? Да попроще надо все, пас побольше, и все будет в порядке. И не бояться никого. Кроме Володи. Дай! Вот и все. Отличный гол. Спасибо. По игре что скажешь? Чего не хватает? Я ошибался в перерыве, могу сказать. Чего не хватает? Не хватает, во-первых, просто индивидуальных каких-то, отсутствия индивидуальных ошибок. Во-вторых, не хватает понимания компактности в линиях. Очень много разрывов, наверное, потому что они очень много просто перемещаются. Да. И все теряют своих игроков. Да, все правильно. Вот, поэтому беда получается. Но есть шанс еще? 5 минут осталось, как думаешь? 5 минут? Да. Шанс забить или пропустить? Нет, шанс хотя бы на ничью. На ничью? Да. Шанс есть всегда. Я всегда верю в музыкантов Москвы. Даже сейчас. Ну ладно, понял, спасибо. Ой-ой-ой! Это что? Тигра! Это Володя? Братья, контент, очень много. Очень много.